Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Half-Life эпизод 2. Half-Life 2, эпизод 2. Пока я без нее смогу уехать. Ага, прилетело. Итак, поехали кататься. Блин, местность-то какая-то. Во-во-во-во-во-во-во. Так. Хочу посмотреть, что здесь. Это инопланетная же штука, правильно? Подбитая. Это стрекоза летающая, вонючая. Но, скорее всего, там по станции. Поехали. Какая ты ловкая. Итак, кто в теремочке живет? Ой. А что? Что это было? А я откуда знаю? Вот опять. Они должны быть где-то здесь. Кто? Кто должен быть здесь? Так. Мне это не очень нравится. Особенно, когда ты сказал, что они должны быть где-то здесь. Кто должен быть здесь? Я их не вижу. Это записка какая-то или что? Кстати, этот Г-мен давно не появлялся. А ведь он тебе что-то там передавал даже. Стоит ли вообще здесь останавливаться? Ну-ка, давайте посмотрим. Так. Ну вот, по идее, это ворота, да? Я-то под воротами ничего не могу проползти. Так. Вот еще ворота, да? Куда ехать-то? Страшно. Сикотно, знаете ли. Так. Здесь дверей нету, нету. Итак, кто же здесь у нас ходит? Кто в теремочке живет? Пойдем потихонечку. Похоже, они первые сюда пришли. Но здесь закрыто. Блин, придется в подвал лезть. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, что мы видим? Давай, давай, давай. Давай. Ну давай. Итак, мне походу дело отстреливаться здесь придется. Кто там? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какой-то мозгоправ здесь, что ли?
Наверное, он там. Надо убивать, пока они не вылупились. А где они? Система жизнеобеспечения. Что скажешь, Горд? Перекроем ему кислород? Конечно, перекроем. Ой, я даже не знаю, с чем мы столкнемся. Давайте посмотрим. Вот так. Теперь все в твоих руках. Во-во-во-во. А что, ты не могла отойти? Это что за оно? Личинкиус? Нас пригвоздили, ладно. Так. Так, и что ты будешь с ним делать? Поедать? Ага. Что-то он с ним делает. Каким-то хоботом своим. Ой, так, я уже не хочу к нему попадать. Простите. Ну, до свидания. Пошел отсюда. С какие-то руны на нем еще. Ай-яй-яй. Так. Где ты? Боже мой. Так. Гордон, слава богу, ты жив. Запчасть от автомобиля. Ему было больно. Ты видел? Страшно, да, я все видел. Что бы оно сделало, если бы... Всем автономным отрядом. Кажется, оно позвало друзей. Солдаты! Уровень угрозы максимальный. Найти и ликвидировать. Блин, ну-ка, давайте-ка еще разок. Ай-яй-яй-яй-яй. Нормально. Уходите отсюда. Вернемся к машине. Так. Пойдем. Так, немножко сикотно, конечно, выходить. Сколько их здесь у машины? Вот так. Где он? Итак, да. Бежим. Стой, назад. Ну-ка, назад, назад, назад. Один раз вот долбанули и все. Вот так вот с ними и надо. Ой-ой-ой. А куда мы едем-то? Ой-ой-ой. Так, ну-ка, еще разок.
Нет, 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 нет. Так, что-то подобрал, но меня опять крошат. Тут еще сверху. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да блин. Ты задрал. Спокойно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Ну, вроде правильно еду. Так. Да. Ну, так-то было страшненько, конечно, когда в дом-то получил. А получилось-то там, господи, кого бояться-то? Так, прыгуны. О. Ничего, ничего. Прорываемся. Да. Молодец. Давай, бум. Без меня. Да. Да. Тихо, 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 тихо. Ай-яй-яй, и опа! Сбили! Да, блин! Так. Ты хрен куда увернешься, да, на машине-то? Так меня-то выпусти. Сюда. Я понял, что сюда. Давай. Вы привели сюда эту вертушку. Может, вы поможете от нее избавиться? С удовольствием. Открывай ворота. Подожди, это что за хрень-то? Не, не, нет. А сколько у меня было-то? Нет, быстрее надо. Да, быстрее надо. На, о. Нифига, не так, не понял. Маленько, почему там бомба? Куда я должен идти-то тогда? Нет ли здесь каких-нибудь лекарств? Так. Уверен, что так должно быть. Так. Смотрим, что у нас здесь имеется. Так, повстанцы. Гордон, я нашла запас медикаментов. Давай, где? У тебя? Давай. Гордон, лови.
Где ты? Вот так. Вторая там еще. Блин. Да. Есть. Еще давай. Где ты? На. Ой-ой-ой-ой-ой. На. Так. Еще. Или как-то по-другому надо было бить. Ага. Подождите, по-моему, как-то по-другому здесь надо было сработать. Так. Понятно. Еще где? Где ты? Ух, блин, мимо. Так. Нет. Так, мы долго тебя будем. Нет. Нет, да, вообще-то, да, надо было. Я ж не знал, что ты там. Да. Так. Где еще бомбы? Не вижу. Бомбу скидывай. Блин. Давай. Бомбы. Да. Блин, мимо. Да. Есть. А вот сейчас давайте посмотрим, правильно я это делал или нет. Пока я гасил, он тут все разнес. Ай-яй-яй, тут все, что можно было, упало. Здорово! Ты зашвырял их собственными минами. Так и должно все-таки быть, раз он так говорит. Присоединитесь. Нам надо ехать дальше. У тебя нет. Подожди. Приходится отдать долг. Ага, все-таки туда. Подожди. Они серьезные. Я еще посмотрю. Что тут еще есть? Так. Вот так. Я чуть не упустил было броню. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все. Обязательно сохраните этот момент, этот эпизод. Боеприпасов никаких нету, хотя я ничего и не потратил. Опа. Нет, вот так. И вот так. Все окей, на. Пойдем. Целая мастерская. Открывай. Ну, вообще-то, в какой, я уж не помню, части... Тоже надо было попробовать их ихними же минами загасить. Там, по-моему, в первой или во второй. Ничего себе! Предвкушаю быстрое возвращение на трассу. А вот это вряд ли. Слышите стрельбу? Автоматически перенаставляли припасы Белой Рощи. Но пару дней назад комбайны перекрыли кислород. Блин. Ничего себе!
предвкушаю быстрое возвращение на трассу. А вот это вариант. Слышите стрельбу? Автоматический пулемет оставляли припасы Белой Рощи, но пару дней назад комбайны перекрыли кислород. Так. И чего нам можно взять? Опять не дают, да? Их притормозили сотни предыдущие CT-17. Но вскоре комбайны окажутся здесь. Это только вопрос времени. Если ты готов нам помочь, мы покажем тебе короткую дорогу. Давай. Конечно. Здесь есть ход, который выведет тебя на ту сторону. У тебя будет шанс ликвидировать пулемет до того, как он засечет тебя и откроет огонь. Посмотрим, про что ты говоришь. Удачи с этим пулеметом. А что все в крови-то? Ага. Подожди минутку, так, F2. Давай-ка я сюда отойду. Вот так. Ага. Надо его как-нибудь загасить сразу. Не так. Не так. Вот так. Тихо. Вот так. Вот так. Всем спокойно. Пусть где-нибудь вот здесь будет, чтоб я тебя видел. Так, пулемет, да? Значит, может меня увидеть. Так, а как мне... Так, если мне туда никак, путь заказан, да? Не знаю, правда, зачем. Давайте посмотрим, зачем. Что там такого в этих ящиках? Еще пулемет и еще пулемет, автомат, то есть. Ладно. Так, все на этом. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Если честно, немножко так-то сикотно. А она еще и закроется сейчас. Так.
Так. Ага. Где у меня там? Пулеметный, расчетный. Сюда иди. Сюда иди. Так, а здесь мне поди уже не надо будет, да? Сюда. Сюда. Третий. Сюда. Где? Не понял, что это, что это? А, вон оно, все, понял. Пулемет на расчет же, там же сказали, пулемет или что там. Так, а я его не смогу болтом-то поразить. Спокойно, спокойно. Сейчас он прогорит там. Все хвалят, да? О, с первого удара, смотрите-ка, убил. Так. Минутку, надо посмотреть, как тут. Два пулемета. Понятно. А если с этой стороны? Тихо, 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 тихо. И поджигают сразу же его. Сейчас, сейчас, минутку, подожди. Тихо, тихо, тихо. Блин, понятно. Не получится. Так, значит, надо гранатами закидывать. Для этого там гранаты и поставлены. Так, а у меня-то есть гранаты, да? Вон она подлетела. А где тут ящик-то стоял? Вот так. Сейчас, минутку. Минутку. Сохранюсь. И давайте посмотрим, как дальше нам бежать-то. Бежать. Бежать. Громко сказано, бежать. Ползти, то ладно. Thank you.
Так. Но мне по-любому сюда. Кто ж знал, что вы такие падлы? Кстати, интересно, а если эту турель поднять? Направить в окошко, она будет по своим стрелять? Она вроде должна стрелять вообще по всем, что движется. Любое движение должно стрелять. Так, где? Так. Хоп. Блин. Вот так. На. Не становится, да? Ладно. Куда нам? Гранаты. Или что-то, это жизни нет? Пусть будут. Это лучше, когда их нету. Смотрим. Давай, козел. Да тихо вы. Назад. Назад, назад. Кто ж знал, что вы там твари такие? Окажетесь. Так. Кстати, вот этой штукой, по-моему, тоже можно неплохо, да, вот это. Подбрасывать их. Первая есть. Так. Где ты, тварь? Я прям слышу, орёте мне в ухо. Назад. И этот где-то выполз. Ты где был-то? Лишенец. Так. Так, мне сюда. Не понял, а так они еще... Понятно, они как-то еще освобождают дорогу. На.
Так. Сейчас, когда полезу в эту, они там будут. Давай. Где-то. Пойдем. Поправим все припасы. Вот так. Кого-то там разносят. Ладно. Вон они ползут, блин. Давай. И опять. На одном дыхании, значит, надо. Ай-яй-яй. На одном дыхании, да? Так, полдела сделано. На. Так. Да. Так, понятно, здесь. Значит, надо на крышу. Блин, нет. Гранаты, мне нужны гранаты. Еще. Где еще кто есть?
Так. Сюда кто-то долбится. Гранат, это хорошо. Гранат, это мы любим. Вот так. Правильно сделал. Ну куда правильнее тоже. Ой-ой-ой, бежим. Вот так. Нормально? Я тоже считаю, что хорошо. Итак, где-то тут у меня были лекарства. Так, давайте посмотрим сначала, что у нас здесь. Здесь у нас ничего. Эти пробираются, да, по станции? Ко мне? О, кому еще-то здесь пробираться? Где мои лекарства? Вот они. Ну чё, Матрён? Видела, как я их? Гордон, можно ехать? Конечно. Прощайся и двинем. Пойдем. Блин, ты меня напугал. Спасибо за помощь, Фримен. Это было круто. Come on, Gordon, get in. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И увидимся в следующем видео. Не только для вас. Это бортовой радар. Реагирует пока на такие маячки, как этот. Мы ставим их там, где припрятаны оружие, патроны и аптечки. Не пропустите их. Если на